Дорогие друзья-акционеры, хочу вам рассказать, в какой точке нашего постпродакшена мы находимся. Это момент, когда мы заканчиваем монтаж. То есть у нас есть необходимость его еще немножко отшлифовать, но в целом он закончен. Теперь начнется работа над звуком. Дизайн звука занимает еще месяца два-два с половиной. Мы надеемся, что в эти сроки, потому что режиссер монтажа у нас тоже человек талантливый и занятой, поэтому работа будет происходить немножко пунктирно, да? Какие-то окна нужно будет находить. Но, тем не менее, это уже следующий завершающий этап, звук. Есть еще кое-что, связанное с изображением. Процесс называется цветокоррекция. Но он кропотливый, но не такой долгий. Ну, собственно, и все. Вот это финишная прямая, на которую мы вышли. Спасибо вам за ваше долготерпение, ребята. Вы впервые занимаетесь, ну, большинство из вас, впервые занимаетесь кинематографом, как продюсеры и участники событий, и участники творческой группы. Вот, поэтому, может быть, некоторых из вас удивляет, что это такой долгий процесс, но он действительно долгий. Он долгий, утомительный, но интересный.